Если вы еще никогда не были донором и не жертвовали свою кровь другому человеку, то эта информация вам пригодится. Стать донором по желанию может любой гражданин нашей страны старше 18 лет. Донор обязательно должен весить больше 50 килограмм и не иметь никаких хронических заболеваний. С собой из документов необходимо взять паспорт. Сдать свою кровь в день донора решили и сотрудники компании «Газпром Космические системы», которые коллективно пришли на Щелковскую станцию переливания крови. Руководство и сотрудники организации всегда рады поддержать подобные полезные акции. Поэтому регулярно приходят сдать свою кровь уже несколько лет подряд. А за год сотрудники компании сдают кровь 4-жды. В этот раз в центр переливания крови на процедуру пришло больше 20 человек. Моя бабушка, она была заслуженным донором СССР еще. Поэтому, и поскольку я не пошла в медицину, а пошла совсем в другую специальность, для меня очень важным оказалось хотя бы как-то поддержать традиции семьи. А в «Газпром космической системы» у нас уже эта программа действует, ну, 4-й год пошел. И количество доноров прибывает на самом деле. То есть люди хотят помогать, люди хотят делать что-то доброе, чтобы что-то важное там для других людей. С этим предприятием мы сотрудничаем давно, и раз в квартал мы проводим вот такое вот корпоративное донорство именно по, ну, с этим предприятием. Ну, также у нас каждую неделю практически или выездные акции, или донорские акции. Важно отметить, что сдача крови является полезным процессом и для самих доноров, ведь переизбыток крови дает нагрузку на сердце и сосуды. Перед сдачей 470 граммов крови врач делает анализ, чтобы определить ее группу и узнать уровень гемоглобина. Помимо сотрудников компании «Газпром Космические системы», на станцию переливания крови в день донора пришло множество других желающих поучаствовать в полезном мероприятии. Перед сдачей крови некоторые специально подготовились. Нужно все-таки поддерживать правильное питание, пить больше воды, чтобы кровь не была густой. И помимо всего этого заниматься спортом. Сдается кровь совсем недолго. В общей сложности весь процесс занимает около 20 минут. Тем, кто сдал кровь, выдают справку об освобождении от работы на 2 дня. Цельную кровь разрешается сдавать 1 раз в 2 месяца, но не более 5 раз в год. После процедуры доноры могут выпить сладкий чай, чтобы восстановить силы. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.